Добрый вечер, господа и дамы, а также дамы и господа, меня зовут Томас, и со мной сегодня, как всегда, мои два низко-айкюшных друга. Добрый вечер, ребята. Hey, what's up, ребята, всем привет. Сегодня, ребята, у нас последняя серия с Томасом, мы сегодня с ним прощаемся. Отправляемся в СИЗО. Да, вот, вместо Фростбола. Фростбола, кстати, мы приветствуем все просто... Да, всем привет, ребята. Знаете, да, вот... Обычно таких пидоров, блядь, лещами, но мы его как героя давай поприветствуем, как будто, блядь, он, знаешь, что-то невероятное сделал. На самом деле, Фростбола под залог, конечно, отпустили первым день. На серию. На пару серий. Пожалуйста, отпустите на пару серий, вот только на пару серий. Не, на самом деле, да, Фростбола не под залог, уже совсем выпустили. Фростбола, скажи, что ты натворил, что тебя все-таки на сезон на пару дней закрыли, почему ты, блядь, смеешься? Я просто не участвовал в серии. Не-не-не-не, серьезно, давай, серьезно, расскажи, зрителям будет интересно, за что же ты все-таки попал в тюрьму? В тюрьму за что ты попал? Ну, надо подумать, конечно. Причин много, на самом деле. Так и говоришь, что у старухи пиццу спиздил, и все, блин. Прямо из-под носа, во время доставки. Я же доставщиком подрабатывал. Он резко отдал, а потом спиздил у нее тут же. Отдал, получил деньги и убежал с ней же. Вот так вот и зарабатываешь. Не, знаешь, отдал пиццу и деньги не забрал, наебал ее и ушел. Но это еще не все, у Флагджике есть тоже новость. Ребята, все, я наконец-то приехал в Америку, ребята, теперь я считаю зарубежным ютубером. Hey, what's up, guys? Hello, welcome to my channel. И right now, ребята. Подожди, стой, а можно в какой штат ты переехал? В штат Калифорния. Калифорния. А город Калифорния. Город Калифорния, штат Калифорния. Нет, серьезно, куда ты переехал? Лос-Анджелес. Хорошо, а улица можешь сказать? Улица... Не дом, примерно. Святого Патрика. А дом? А дом подписчики будут искать, сидеть. Ну, письма слать будут. Чувак, нет, у нас много американских подписчиков, у всех нас. Много есть, да, поэтому... Да. Особенно у меня. Да. Так вот, самый главный вопрос. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, кого вы хотите из зарубежных ютуберов видеть у нас в летсплей. Я думаю, свяжусь. Да. Я думаю, свяжусь, ребята. Можно PewDiePie позвать или кого-нибудь? Вы напишите, короче. Да, кстати. Он сам напрашивался. Ну просто нас слишком много, мы хотим. Всем привет, с вами я, Флагджике, 100 косарей подписчиков, из них 300 живых. PewDiePie, погнали с нами, блять, записывать ролики, блять. Прошло 2 года, сообщение не прочитано. Дорогие друзья, ладно. Сегодня мы отправляем нашего... Томаса, да, на тот свет. Не-не-не, давайте нормально, чем сегодня мы будем заниматься? Братан, сегодня мы тебе открываем портал в рай. Пожалуйста, встань вот у этой стенки, братан. Вот сюда. Вот к этой стенке. Куда? Просто ты смотри, встань вплотную. Знаешь, как будто рост меряем, как будто... Да встань, не бойся. Давай. Раз, стрелять. А чё его не засасывает? Ну и чё? Его засасывать должно было, блядь. Чуваки, блядь, ёб твою мать, убери эту хуйню, сука, блядь, я застрял в ней, идиот, блядь. Придурок, блядь, я опять засосался в дерьме, блядь, идиот. PewDiePie хуев, блядь, носатый, блядь, гений, блядь, убери меня отсюда, нахуй. Блядь, давай. Дурачок, блядь. Встал, блядь. Да нахуя ты меня хуяришь, баран? Всё, нормально. Чего? Короче, этот, пока Пиноккио меня высвободил из данной тюряги, давайте продолжаем. Что-то дохуя выебывается, мне кажется, реально пора его на тот свет отправлять, блядь. Давай, прямо картошкой. Чуваки, идите нахуй, блядь, вот нахуя детям, блядь, купи португалы, блядь, ебаные. Сам бегает нахуй довольный со штанами, который голенький ходил, пидор, блядь, голенький. А, в натуре, я же забыл, что у меня скорость света, идите нахуй, ребята. Да, также, ребята, вне стрима, вне всего, я построил вот эту вот печь, как вы видите, печь у нас откуда ни возьмись, блядь, появилась. Ну, не из креатива. Да. Ты бы еще сейчас ракету, блядь, поставил тут и сказал бы не из креатива, блядь. Вне серии, вне стрима я получил все, что есть в этой сборке. За один день. Как стать успешным за один день. Итак, ребята, официально вручаем Фростболу новую книгу и рассказываем, что стало все говно. Она тоже не из креатива, я так полагаю. Итак, внимание, Фростбол, теперь я тебя приглашаю в пати. Ты заходишь в пати. Party for everybody dance.
Так, пати. Come on, заткнись. Ребята, я в пати, да? Ребят, хотите, покажу, я креф рычит. Справа, справа, пати, и там да, открываешь. Да. Все, ну, вот тут пишет Members, Frostbolf, Владимир. Members, все нормально, нормально. Слева там еще нету, да? Слева, слева там написано New Party, New Party, Invite. Вот, вот, а, все, все, оставай. Все. Ё-мо, нет, слушай, мне больше нравится это все. Ребят, ребят, сейчас, секунду, раз, два, три. Короче, это Lava Claw. Дорогие друзья, у нас, вот смотрите, откройте квест, у вас есть много квестов? Да. Как глину сделать? Мне нужно 8 глин. Да подожди, блядь, ты мне сначала скажи, да, ты да, видишь да. Все квесты, у тебя есть серым цветом много квестов открытых? Да, серым, это бирюзовым ты имеешь в виду? В альфа, у тебя есть, допустим? Я понял. Да, у тебя много квестов появилось, да? Бирюзовый. Да, очень много, все. Я могу моб-фарм взять, ребят, у меня... О, у меня опять есть квест на перчатки. Опять? Да, FNCNC. Да. Нет, у вас нету? Нет. У меня есть, у меня комплит написано, да, но я нет. Не сделал перчатку. Как сделать перчатку, скажи мне? Так подожди, я ее тогда делал. У тебя комплит, я ее да тогда мы сделали, делал. У тебя комплит, у тебя не возьмется, все. Но все. Почему она полным зеленым тогда не горит? Да, там да, там а, есть у тебя бирюзовый? Так ты, значит, бирюзовый, взять да. Должен, что из ревард, выбери. Чувак, я это выбирал, вот попробую, я при вас нажимаю, попробую. Нихуя у меня не работает, чувак, я тебе серьезно говорю. Все, Томас, забей, она пока не жмется, там надо другой квест пройти, чтобы она доступна была. Все, понял. У меня сейчас квест есть Begin Again, и надо мобов убивать, короче. Короче, я пока себе пожрать приготовлю, Джонни, дай мне эти деревяшки. А я пошел лошадь навещу. В смысле? Да вон там лошадь стоит. Ебать, что это нам? Охуеть! Где готовить, блять? Ты опять что-то из креатива? Ну сегодня можно, пацаны. Короче, есть такая херня, которую можешь себе хранить 4000 блоков. Здесь мы будем весь коблстон. Сколько? Смотри, 4000 блоков, смотри. Да ладно, такого не можешь. Вот, смотри, смотри. Да шутки какие-то, блин. Я даже смотреть не буду. Бля, пожарь мне эту хуйню, я не могу пожарить. Я понял, я знаю, что это такое. Блядь, пожарь мне еду, я не могу. На тебе, долбоёб, сука, кусок говна шашлыков поел, блядь, на тебе ещё, долбоёб. Чувак, долбоёб, я сейчас умру, баран тупой, блядь. Давай, умирай, так я, а чё, я тебе думаю, что 39 лет ты меня оскорбляешь, блядь, долбоёбина ебаная. Да мне похуй, ты, блядь, старый пердос, давай. В смысле, сказал мне пиздец этот на пингвин носатый, блядь, сука, ебать. Старый пердос, он сейчас дохнет, блядь. Кости развалятся, нахуй, только пойдет, блядь. Заткнись, 39 начало. Да, блядь, пидорас! Блядь, флэджикей! Сука, флэджикей, ты идиот, баран, носатый пидорас, конченый хуесос, блядь, идиот. Иди отсюда, нахуй, отсюда, блядь. Смотрите, как бомбит, блядь. Так, ладно, я уважаю. Меня бомбит? Да ни в коем случае. Так, у меня есть 3 ченс кьюба, как раз таки, на всех, на каждого, по одной штуке. По одной штуке. Готовы? Че, да ладно. Давай. Да ладно, подожди, а ты заебал из креатива все переть, да? Сколько уже можно? Фиксирую наличие ченских кьюбов. Так. Так, слышь. Так. Сейчас, подождите. Подождите, стой. Да не звони, блядь! Ладно, ладно, все, убираю, не буду, блядь, заебал. Заебали, блядь. Ну реально, звоню! Пиздец, я ролик делаю, блядь! О, у меня шелкопряд один есть. Можно. Ну реально, меня бомбит из этой хуйни! Почему звонят, когда, блядь, я занимаюсь бизнесом, блядь! Все, Володя, не открывай всех тайн, давай. Бизнес-урок сейчас будет показывать, как ченскубы спиздить, блядь, давай. Ну, давай, Александр чем-то. Носик ебаный, блядь. Сейчас, подожди, стой. Блядь, а где? Бери. Да я не могу броню нацепить, куда броню? Джонни, блядь, отверни броню, сука. На. У меня нагрудник был, блядь. Вот, да. Вот он. Ченскюб забирай. Это я спиздил, это не Джонни. Я прям вижу место, где мы сейчас будем открывать ченскюбы. Давай, дай портал, чтобы можно было туда пойти. Заходим. Сейчас. Поехали, давай. Заткнитесь. 3, ребят, 2, подождите, 1. Стой. Блядь, я тут за... Где вы? Я перепрыгнул. Сука, мы вернулись обратно. Нихуя себе, а где вы? Это оказалось сложнее, чем, блядь. Почему, сука, в этих порталах так сонно? Ребят, я вообще, блядь, у коня. Я тут. Ты не в тот портал зашел, ёбаный вверх. Блядь, сука. Надо прыгнуть и все. Я тут. Я тоже. Я допрыгну, ребят. Давай, допрыгивай до нас. Нахуй, ТП, это все. Допрыгнул порталом. Итак, у каждого по одному ченскюбу. Мы относительно далеко от дома. Да.
Поэтому... Да, да, у меня... Давай я первый, так как я самый удачливый, в принципе. Да, да, да. Я... А можно, что... может, я так, как я отсутствовал? Да, да, да. Да, да, нет, да. Давай, давай, нет, первый фростбол после этого. Чувак, давай, ну, блядь, чё, зэков мы уважать? Ёб твою мать. Ну, пизды, пизды, я ж говорю. Блядь. Алмазы, 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 алмазы. Нормально, нормально, бери, бери, бери. 5 алмазов, хорош фростбол. Нихуя себе. Всё, нормально. Давай, давай, давай. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что мы это из креатива вытащили, блядь. Всё сами. Не, потом скажут, но... Это не из креатива. Моя очередь, ребят. Ну как всегда. Твою мать, блядь, ни капли не удивлен. Ты фартовый открыл. Ни капли не удивлен, блядь. Давайте у меня кличка фартовый будет. Блядь, темно, темно, темно стало. У меня в глазах потемнело, блядь. Я смотрю, ты тоже не особо крутой, блядь. У меня в глазах потемнело, блядь. Это катаракта, Джонни, все, одевай очки. Пиздец. Ладно. Да пизди, пизди. Да, это все, было... закончились? Закончились? Да, это было удивительно. Заканчиваем серию, ребята. Погнали в шахту. Мы вообще просто ничем не занимаемся. Погнали в шахту. Нам надо было выполнять квесты, которые ты... Квесты сделали. Да. Да, блядь, там, сука, эти квесты нихуя не работают, чувак. Давай, давай квест выполним, есть топор? Я как раз таки... Да, фростбол, кстати. Для тебя подарок, пока ты был в СИЗО. Мы очень сильно подготовились, поэтому тебе так, давай, смотри, у тебя в сундуке я есть теперь кирка, лопата и меч. Вот так, здесь, а где сука, мой вот сундук? Здесь, кирка, ага. Кирка, причем это я тебе, а это, блять, это моя кирка. А еще есть diamond pants, да? Pants, мою кирку это не знаю, спиздил. Подожди, стоп, у тебя ботинки какие классные, да? А я тебе, Джонни, а я тебе, давайте всем, ну, суперспособности тут дадим, поэтому фразбол, одевай вот эти ботинки. Джонни, ну-ка. Какого хуя ты сделал подарок, блядь, ну-ка. Моей киркой? Я не понимаю. Давай, и на шифте, ну, знаешь, на шифте прыгай, короче, в воздухе. Да, та самая способность. Все. Понял, да, прикол? Мы можем драться теперь в воздухе, как железный человек и суперспайдермен. Как эти, как джедаи. Давай, давай. Так, и самое главное, осталось тебе сделать топор тогда, фростбол. И все. Да, мне нужен топор, мне просто нужно выполнить квест. Да, да, да. С одной стороны видно, одному 40 лет, другому 39, но жизнь у нас как будто только началась, и все нормально. Так. А у меня меч на 8 атаки, кстати, а этот на 7. Так, короче. Прокачать, прокачать можно. Мне что делать, я не понимаю, блять, дай мне задание. Заткнись. Я делаю фростбол. Копай землю. Да, копай землю. Квесты выполняем. Ребята, мы сейчас будем а квесты хуя? Выполнять. Ты же долбоёб, который, блин... Короче, мне нужен... Настроил. Они не работают! Я они не работают! Я их настроил, долбоёб. Я тебе про это всё, говорю. Да? Где да. Топор? Где топор? Я скину, 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 братан. Я тебе давай, новый... Давай, флэджики, скажи мне, как выполнить а, квест. А, вот, скажи же, вот же у меня топор. Да. Подойди сюда! Блядь, я уже заебался бегать! Подойди, пожалуйста! Все, я пошел вниз, деревья рубать. Смотри, открывай книгу. Давай. Альфа. И тебе какой квест? Сейчас какой квест у тебя? С этой Рубертуб не выполнен, да? Или какой? Подожди, стой, стой, стой. У меня не выполнен. Я тебе сейчас скажу, какой у меня не выполнен. У меня не выполнен Saving Montage. У тебя красным все это написано, да? Нет, а красным где нужно, да? Да, красным, который. Тогда Learning to Tinker. Да ёб! Да! Learning to Tinker. Learning to Tinker. Видишь, тебе 4 таких херни скрафтить надо. Какие 4? Нет, мне нужны крафти Tool Station. Это все крафты. Там 4 эти херни же. Да, 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 вот. Да, да. Каждую да, тебе да. Нужно скрафтить. Рассказывай, иди сюда. Левитация. Подходи, как? Все. Давай. Сюда иду. Вот тебе. Пока ребят занимаются там, я тут дерево нарублю. Давай, давай. Да, вот, кстати, как раз фростбол, ты можешь себе квесты, чтобы нас догонять. Как ты говорил, срубать сразу все. Наё, наё. Забираешь 4 штуки такие. Смотри. Первое, что ты делаешь, берешь дуб обычный, доску даже можешь взять. И блять, у меня. Ёб твою мать. Шоп. Все есть. Я, все, все, я взял, все. А это нужно переводить в доски. В доски одну, сначала у тебя нужно, чтобы доски были и такая, чтобы была. Поэтому давай, я быстренько прослежу, проконтролирую. Хорошо, давай, 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 давай. Говори, говори, говори. Доску, нам пад. Доску. Нам пад. В любое место просто ставишь. Вот сюда. Да. И дуб. Ну-ка. Ёб твою мать. А, и дуб, ну. Рядом, рядом, поставь их рядом. А, рядом, понятно. Я тут бобов насобирал, как ну. Вилли Вонка, снизу, блядь. Снизу, снизу, вот так. Во-во, там был, видишь? Все, забирай этот столик. Да. Теперь так же ставь и вместо так. Дуба доску туда поставь. Понял, ты теперь доску, да? Да, ставлю да, да, доску. Да. Так, сейчас тебе... И вниз, да? Да-да-да-да. А, поменять место. Джонни, походу, твой топор сломался. А, да, сделал, точно, чувак. Фростбол, ко мне срочно иди. Сделал, сейчас, сделал, сейчас, ну сейчас, давай братан. Помоги, мне немного я тут. Осталось. Забирай железо, вместе с железом в инвентаре совмещай, и у тебя будет чиниться кирка. Я понял, вот, давай, я так, понял. Я понял. Скрафти сундук. Мне сейчас что нужно сундук делать? Сундук скрафти. Обычный, один, да? Обычный сундук скрафти. Недурно, недурно. Сделал.
Забирай и совмещай его с той доской. Так. Сундук и доску, да? Да. Вот. Ух ты. Вот. Теперь делай верстак. Так, хорошо. Верстак, да? Верстак. Бля, в натуре верстак. Да, верстак, верстак. А как он делается? Давай. Ну да. Бля, сука. Сейчас дам. Так. Сейчас, не надо, не надо, у меня есть, у меня есть. Скрафтил? Да, да. Забирай и совмещай с доской. Так, сейчас. Инвентарь опять забит. Все? Да, забирай. И как? Ну. Так. Да! Комплект этот, блядь! Все, комплект этот! Стоп! Я тоже могу забрать! Лол! Вот, я классно настроил, Джонни, молодец. Все. Нихуя, Джонни, спасибо, что ты настроил, ты пидорас. Джонни, спасибо. Охуеть. Это какой квест сейчас сделали? А, у меня сразу два квеста завершилось! Да, Джонни, да, да, мне дали 12 ред этих и голубых, смотри. Смотри, что мне дали, Джонни. Ёб твою душу. Там целая цепочка закончилась, да? Да, там сразу целая... Это те квесты, которые я прошел, вам тоже засчиталось их. Отлично, все, охуенно. Я не верю. Блять, я не верю. Главное, сука, просто надо было посидеть понастроить. Я кучу чейнскюбов получил. Давай. Пошло нахуй, забирай. Исахокедроны есть, исахокедроны у меня тоже. Да, исахокедроны. А, это я брал, по-моему. Ты пошлись ко мне, я тут в лесу стою, короче. Стой секунду. А это, пацаны, что получается? Я вообще могу квесты не делать. Делайте сами их. Да. Нет, тебе нужно... Не, у меня только один чейнскьюб. Тебе знаешь, что нужно сделать, Фростбол? Тебе нужно до цепочки нашей дойти, чтобы ты смог... А я уже все, она у меня теперь как у вас. Смотри. Я теперь за все оставшиеся могу получить награду. Да, блять! У меня сейчас дохуя чейнскьюбов. У меня их уже вот два и один хакакин. Дай мне еще. У тебя сколько чейнскьюбов? Два или сколько? Два. У меня три чейнскьюба. У тебя тоже один. Дай мне еще один. Подождите. Расскажите, какие квесты у вас, вот, какие красным у вас горят, расскажите. Какие чувак, красным? Смотри, что у меня есть. Красным? Там, у меня красным горит беги. Смотри, Джонни, глянь, что мы можем. Смотри, что у меня есть, Джонни. Я понял. Оставляй. Это херня, конечно, на самом деле. Рассказывай, Фростбол. Фростбол. Красным горит Begin Again, потом подарок такой и Gears. Смотри, Begin Again тебе вручную самому нужно пройти, чтобы... Я знаю, да. Все. Короче, чейнскьюб нам нужно открыть. Сейчас, одну секунду, чейнскьюб. Как я хотел тебя как раз-таки отправить... Ну, чувак, погнали, чейнскьюб да. Открой. Давай ко мне тпшьтесь, у меня здесь все уже подготовлено. Давай. Блять, к нему тпшься. Розбол, давай. Давай, я тоже тпшься. Все, у меня и сахакедрон, три чейнскьюба есть, давай. Давай, я чейнскьюб... Дай мне один... Сколько чейнскьюбов у нас в сумме? Фростбол, у тебя сколько? У меня нету нихуя. У тебя два, у тебя один, Томас. Да. Все, давай, дай, вот у тебя два, у каждого по два чейнскьюба. Да. Давай. Я первый открываю, я везу. Так, ну давай. Блять, невезучий. Сука, ты это заебал меня уже. Сука, просто невезучий, пиздец. Давайте убьем. Чувак, да почему? За что? Я не понимаю просто. Или это просто. Так, ладно, Джонни, давай теперь ты. Давай. Блять! Ой, ты-то, Джонни, везучий пиздец, блять, я ебу. Так, моя очередь. О, блять. Алло. Да. Ну, DLC, да, бесплатное. Дерево? Лучше бы ты взорвался, нахуй, на самом деле, блядь. Теперь твой черед. Давай прям вот пьедестал прям есть. Давай. А да, нафиг делать. Вот сейчас мне повезет, ребят. Давай. Понял прикол, да? Видал? Опа, нахуй. Нифига, да? Че это? Это Тетрис. Тентакли. Блять, сука! Это пчелы, это пчелы! Это пчелы, это улей. Да ладно! Да, биф, это улей! Да, это улей! Мы их не убиваем! Сука, ёб твою мать! Бля, помогите, пацаны! Она сейчас меня ёбнет, чувак, нахуй, блядь! Убери это! Чувак, убери это нахуй, пожалуйста! Я умоляю, я ничего не делал! Убери это нахуй, блядь! Это было 50 рублей! Чувак, ебать. Сука, я испугался, огромный я еще ребенок шершень. Нахуй, ёб твою мать. Отойди, не трогайте, это походу улица. Блять, чувак, это пиздец какой-то, ну его нахуй, блять. Тупо шершень налетел. Блять, я в на Томаса Да, я не понимаю, на самого везучего, блять, сука, налетели. Давай, на портового напали. У нас по исахокедрону осталось, давай. Дай мне один. Опа, фермер. Ну прикольно. Все, моё. Еще прикинь, метеорит, бум, нахуй. О, исахокедрон, да, у меня тоже есть. Еще, бля, буду гаст, вот клянусь, там, блять. Бля, буду гастер, блять. Они настолько оригинальны, что там всегда... ГАСТ! Да. Я убил его. Я не удивлен. Нихуя себе, я отразил и убил. Нихуя. И ладно. Сейчас еще гаст будет, мне кажется. Я не понимаю, это, блядь, спавнер гастов, что ли, я не понимаю. Да, ручной. Сзади крипер Томас, блядь.
Раз, два, три. Блядь! Их стало больше, сука! Блять, из этих айсихедроны можешь вообще не открывать, одна параша, блядь, цепится, серьезно. Айсихедроны. Блять, опять эта хуйня! Сука, бесит меня эта хуйня! Меня, блядь, шершень столкнул, пидорас, блядь! Ребят, ну это вообще, это... Да блядь, я проебался! Да блядь, отъебись от меня, ебучий шершень! Сука, ну помогите мне, хуй ты летаешь тут, шлюха, блядь! Да блядь, ну сука, это невозможно, ребят! Да фак, как мне убить этих криперов, чтобы, блядь, они засчитались? Как... Блядь, что? Блядь, пошел нахуй! Блядь! Крип, 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 крип. Кто? А, фраз... минус фразбал, блядь. Блядь, уберите эту шершеня! Да пошли вы нахуй! Я в шоке, ребят. Я в шоке. А все ули разъебал, блядь! Блядь, шершень уебал меня. А, сейчас меня уебет! Сейчас я сдохну! Блядь, блядь! Блядь, да хорош! Дайте мне... Блядь, где мое кладбище? Ребят, я не понимаю, а где мой этот, блядь? Ну, вы поняли. Могила, вот, где моя могила? А у тебя точки стоят на могиле, чтобы ты знал, где она. Я шершня, короче, выбил. Чувак! Мы шершня можем меч сделать! Чувак! Мою могилу взорвали, блядь! Не взорвали. А слышь, а в моей тоже нихуя не было. Вон, несколько могил, несколько могил. Да блядь! Все, шершни нет, все, шершни нет. А где, блядь, моя могила? Вон, Джонни, две могилы Джонни. Стоят. Раз, два, где? Блядь. Вон, Владимир... Нет, там нихуя вот. Нету. Вон, это они закрыты, закрыты. А где моя? Нихуя? Вон, выше. На тобой. Вот Томас, а где моя, где вот, моя? Подожди, вот Томас, смотри. Оп. О, блядь, заебись. это моё, ебать. Ты не то что собираешь, хуй? Томас. В смысле? А где моё тогда? Твоя там. И верни мне пушку, вначале, блядь. Вначале покажите, где моё, я да тебе верну. Да иди сюда, давай иди покажу, на... блядь. Блядь, вот она. Ой, Томас, тихо, пиздец просто. Давай. Где? Заткни. Ну ты же упал сверху, правильно? Защита да, вот нужно. Где. Вот, вниз идём. Да. Так. Блядь, там тихо. Пидоры. Чувак, тут все подорвали, мою могилу взорвали к хуям собачьим, блядь. Подожди. Давай. Ну зато мешков на спавн. Сзади, сзади. Блядь, у тебя мешков нету, нихуя. Подожди. Чувак, мою могилу взорвали, где твоя точка, где твоя точка? Вот она. Ты на ней стоишь сейчас, да? Вот она, вот, да. Она вот тут. Вот. Так. А могилы? Вон она, походу. Нет, ее не могли взорвать, да. Никак. И типа сначала могила взрывается, а потом предметы же, по идее. Ее, наверное, я уверен, сука, она в другом месте. Да, она где-то тут, по-любому. У меня несколько мест просто. Ну, блядь. Давай, тут не было могилы. Блядь, чё, Томас, тут... ты мне можешь пушку выкинуть? В смысле, заткнись. Пушка моя. Это раз. Иди нахуй. Так, ты еще внимательнее посмотри, блядь. А, во-во, вот она, вот она, вот она. Я уверен, блядь, больше не туда пошел. Блядь. Дебилы ебаные. Да, сказал Томас нахуй, который постоянно. Слышь, иди, фростбол. Я ее вон вскрою, вниз прыгай, погоди. Вниз прыгай. Я тебя вскрою. Джонни, я тебе ничего не виню. Я сейчас пушку нахуй в лаве утоплю, серьезно. Давай. Игрушка дьявола. Чувак, не шути с этим, это, блядь, тебе. Ой, как не так откликнется. Ну давай. В смысле, что давать тебе? Пушку. Сейчас. А тут еще одна могила. Чья это могила? Это твоя все. Блядь. На, это все твое, чувак, забирай это нахуй. Это мое разве, да? Да. Подождите. Так, ладно. Я походу, мы сейчас на Луну отправимся, нахуй. А, это я, я думал, я на Луну сделал портал, а это сделался портал на остров. Блин, было бы пизда. Я тебе все отдаю. Ты что-то дохуя мне накидал, по-моему, тут не только мое. Нет, чувак, это только... Я аж захлебываться, блядь, начал. Спасибо, что в воду кидаешь. Тупо лучше друг, блядь. На воде, блядь, поплавай, нахуй. Ребят, как есть, так и кидаю. Блять, ну слишком дохуя, в воде все тонет. Ну дай мне что-нибудь из твоего дохуя, раз это... Вот у меня еще и моя могила, блять. Ты сейчас, кстати, свою могилу вскроешь, она у тебя тоже вся в воду уйдет. Нет, я уже вскрыл, у меня ничего не ушло, я аккуратно... Ебать, портал ган нашел! В этом мешке! Дай мне, чувак, у меня одного нет портал ган. Чувак, клянусь, я разве себя сегодня плохо... Палай. Давай. Все, хороший пес, заслужил. Меня теперь квест получит. Два портал гада даем, два. Да, два, давайте. Я с двух рук как Макс Пен. Давай с двух рук будешь ебашить. Как Макс Пен вот этот ебаный. Макс Пен. Максим Пенкин, блядь. Давай, ко мне телепортируйся. Давай. Ебать, пацаны, Португал собственный. Португал. Давай, кидай. Так, ладно. Все, объявляю нам битву на портал ганах.
Пацаны, ладно, меня опять будут пиздеть, что я что-то... Блять, я, кажется, Джонни в Киргизстан отправил. Спасибо. Ладно, короче, по сути, у нас работает квест уже отлично, супер отлично. Значит, каждый может выполнять уже, мы типа вместе... То в Кыргызстане, то в Украине. Да. То в Кыргызстане, то в Украине. Ебать, я подпрыгиваю. Открой книгу. Ебать. Книгу. Тэп-мизюр мне какой-то выпал, Джонни. Что это такое, тэп-мизюр? Вот это. У меня тоже она выпала, только я не знаю, что-то там что-то меняется из нее, но типа давай ее потом будем как-нибудь трогать. У меня есть два ченскюба еще. Напоследок мы можем открыть два ченскюба. Блять! Как умер? Доигрался, долбоеб, со своими толганами. Дай дебилу игрушку, нахуй, умрет в первые две минуты. Видишь, блядь. Ой, еще ченскюбы. Вы там не забывайте, блять, хп у нас ограничено. Сейчас допрыгайтесь и все, удалится нахуй мир. Ребята, а где я? Черт. Так, ТП. Так, все, последний, давай, фростбол. Я тебе дал один ченскюб, давай пойдем откроем его. Блять, я убил крипера, мне не засчитало его. Че за хуйня? Блять, я че. Ты точно убил, может, он взорвался? Чувак, я не могу могилу свою найти. Ёб твою мать, доигрался, пиздец. Порталган игрушка дьявола. Нахуя ты мне эту хуйню дал, блять? Так, кстати, самое главное, Фродбол, у тебя же была днюха, ты ее провел в СИЗО, поэтому, братан, специально для тебя. Оп! Ты заебал! У меня подарков на день рождения было меньше, чем у него на днюху, блядь. Я тебе тортик то... Ты, пидор, торт вообще не съел, сука, на стриме, я плакал из-за тебя, блядь. Я тебе торт приготовил, ты его не съел, сука. Все помнят это, блядь, тварь. Нахуй твоя тварь просто, блядь. Да, блядь, просто неблагодарный. Блядь! Нахуй мне тут вот, твой Наполеон, понял, блядь, карма, нужен, нахуй, этот, сука. Дохни, блядь, дохни. Ищи могилу до смерти. Блядь, приготовил ебаный Наполеон, блядь, который можно в этом, блядь, в кондитерской взять, пидорас. Думает, я уже ради. А что, он должен был из инопланетного что-то приготовить? Что-то невероятное, блядь, если мне 39 лет, это юбилей, друг мой. Разогнался! Все, выпрыгнул, давай. Все, давай ко мне в фростбол, Томас, давайте. Откроем последний ченскюб, так сказать. Так, подожди, стой. Я только вначале могилу свою искал. Да, блядь, ну ты порталы ставишь так, что хуй... Вот, все, вылез. Блядь, главное, вот, иди сюда, слышь, убери вот эту хуйню. А то сейчас у меня все вещи туда пропадут, да. Все, джекпот. Все, пожинал плоды. Давай. Готов? Погнали. Так. Визер. Блядь! Долбоёб, сука! Ёб твою мать! Как всегда, пацаны, Томас, блядь! Джонни, блядь, ты же поставил! Блядь, он такой быстрый, ты смотри, какой он реактивный. Так ты открыл, это он, блядь, читерский какой-то. Нам арбалеты... Вот что значит, когда портовые кейсы открывает. Блядь, я домой. Не, давай еще откроем один. Да, у тебя еще один есть, давай. Еще есть, да? Давайте. Да, у меня. Погнали. Блядь! Да, заебал! Блядь, фэк, твою фэк, мать! Только не трогайте его, то. Красиво, красиво. Бля, прикинь, сейчас настоящим станет. Нет, все нормально. Чувак, можно уже заканчивать потихоньку да, серию, да? Да, нам нужно арбалет, кстати, на самом деле, и мы его реально ебнем. Только нам нужно... Ребят, спасибо всем за серию. Сегодня, конечно, из-за этих неудачников, да, блядь, да, меня сказал, сейчас убьют, сказал, нахуй. Сказал Томас, самый неудачник, блядь. Тут. Фартовый, забыл кликнуть, да? Давай, фартовый. Закругляйся. Но. Ну все, ребят, давайте. Спасибо всем за серию. Ставьте лайк. Да. Подписывайтесь на канал и делайте самые невероятные дела для своих женщин. До новых встреч, ребят. Пока-пока. Пока. Пока, ребят.